Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в игру Enlist. В Enlist мы с тобой продолжаем, сегодня у нас с тобой битва за Сталинград. Да, кстати говоря, я теперь генерал армии, так что вы смотрите не просто серию, а генерала армии. Да, Зейбер, генерал армии. Ты скажешь, маршал круче? Нет, генерал армии, по крайней мере, звучит круто. Потому что целой армии, понимаешь, не просто там чего-то там, куда-то там. Вот, так что я вас сейчас научу, вы не просто летсплей сейчас будете смотреть, а именно летсплей генерала армии. Да, это самый лучший летсплей, то есть самый познавательный будет, самый обучающийся. Я вам сейчас покажу, как что надо. Это, ну, профессионал, ну, вы понимаете, да, у меня статус уже генерал армии. Сейчас вы увидите, как на самом деле нужно вести боевые действия, чтобы побеждать врагов, вот, и занимать топ-1. Да. Вот, мы тем более атакуем. Где, а как не здесь и на данной локации, я тебе сейчас покажу, как нужно это все делать. Обязательно. Вот. Давай, показывай, короче. Берешь. А, бля, здесь точка говняная. Не, я тебе не покажу. Сейчас посмотрим, кто там за нас. Галки. Против нас по-любому боты. Либо, не, эти не боты, читеры. Читеры, да, ребят. Да, не успели начать, как я уже говорю, что против нас читеры. Так, вот здесь ставим. Так. Так точно, товарищ командир. Так, поставили, все, пошли. Блин, опять, ребят, жара, блин, у меня все липкое, короче, не помню, то потное, то липкое. Жара, вообще сижу, умираю просто, я не знаю, как вы. Но генерал армии идет в атаку. А генерал армии должен воевать по-любому, чтобы не было. Да? Как бы, блядь, тяжело не было, надо идти. Потому что я, блядь, генерал армии. Нихуй мамин, где все? Во! Так, уничтожаем. Не туда я гранату прокинул, конечно. Дальше генерал армии творит. Видали, что творит? Вообще ущерб. Пошел нахуй. Блять, они всем стадом, блядь, здесь стоят, короче. Так, короче, берем. Я же генерал армии, я должен быть умным. Так. Так. Вот так. А чё только одного убил? Непонятно. Бля, я просто не могу на точку зайти. О, у меня это, блин, винчестер от меня этот медленный, ребята. Эх. Это, блядь, что такое? Это утилизация отходов? Блядь, они там приходят и приходят, короче, на точку. Я, блядь, не могу, я их отстреливаю. Что такое? Блять, граната! Не увидел. Блин, да реально мы зайти не можем на точку. Потому что они там какие-то бесконечным потоком стоят. Так, а мы где? Блять! Паратоксик, блять, ебаный. Чтоб тебя черти дрюкали. Так, давай сюда, я думаю, заходить будем этим. Штурмовиков. Хотя, знаешь, что можно? Можно снайперами зайти. На самом деле. Можно зайти снайперами, зайти через верх. Блять, ты петух. И ты петух. Вот петухи, блять. Я в курятник, что ли, попал? Че ты, блять, с гранатой бегаешь? Меня, блядь, режут нахуй. Где мои-то? Хули мои-то стоят? Ладно, это подожжем. Пусть. Почему мои-то стоят, блядь?
Опять падают, ребят. Веду захват, хорошо. Это свой. Нормально. Блять, у меня все руки потные какие-то, блять, жара, я ебал эту жару. Выключайте нахуй. Ты так врубил-то, блять, жарко. Я, конечно, люблю лето, когда тепло, но не так же, что, бля, у меня вообще руки все жирные какие-то, потные, клавиатура у себя тоже жирная, потеешь, блядь, когда играешь, напрягаешься, что? Жопа-то напрягается. Все, захватываем, пацаны, тихо, все, захватываем. Так, ждем, подожди, он здесь за углом. Следующий. Угу. Так, где он? Пиндосий же был здесь. Он что, убежал? Испугался, что ли? Видимо, испугался. Пойдем следующую точку захватывать. Точно в голову. Или вот он сидел тут. Там сверху, да, по-моему, тот? Или снизу? Ура! Хуй разберешь, закрой дверь, потому что там дует. Хорошо, открывай. А теперь не дует. Вот эту хуйню бы надо убрать. Она может нам помешать. О, господи, блядь, токсик ебаный, иди нахуй, ты что там делаешь? Сейчас тебя трахну, блядь. Стоит, блядь, там настреливает, что там настреливает? Есть, товарищ, блядь, ну-ка запрыгни. Генерал армии, блядь, должен уметь запрыгивать, блядь, на всякие штуки. На женщин тоже. Блядь, как ты промахнулся, ты же генерал, блядь, армии. Не допрыгнул. ГТО не сдавал, блядь. Токсик минус. А, это не токсик, это этот. Так. А где-то здесь, блядь. Нет, все, закончились? Точно? Нет, еще один. Так, еще где? Все, точно. Вот теперь точно закончились. Мы будем надеяться. Можно в окно? Ага. Так, ну надеяться будем, что закончились. Так, заходим туда. Я устал. Вообще генерал армии не должен уставать. Хорошо. Хорошо, так я на точке. Они, наверное, все сверху. Блять, свой. Стой, брат, полечу. Вот он. Нет, помощь, нахуй, нате. Уходить, мужики. Блять. Чувак подошел, к это хотел взять и его трахнуть. А, он пиздюк сверху. Я же говорю. Его трахнули, да? Или нет? Ой. Гранат не так кинул. Хуёвый из меня кидок. Я говорю, у меня тут еще карабин есть какой-то. Непонятно, правда, нахуй мне нужен. Давай полечу, стой. Лечу. Полечил. А говорят, медики здесь бесполезны. Ты смотри. Пацанов своих лечу. Пацанов лечу и все, понимаешь? Лучший медик. Не просто генерал армии. Понимаешь, что забочусь о своем коллективе. О своих подчиненных. Лечу их. Как мамочка. Понимаешь, забочусь, чтобы все, сопельки потираю. Вот так вот, блядь. Лучший генерал. Тут высоко я прыгать не буду. Я боюсь высоты. Я пойду лучше в обход.
Мне кажется, я убил своего. Так, все, полечили. Так, нам надо, я думаю, выдвигаться уже. Тут танк. Так. А наш танк видит, что там танк? Так, ничего не накрыл ему, гуслю накрыл, это хорошо. Стоит, блядь, импедрист мамкин в туалете. Ну правильно, очко, куда его еще? Пусто. Еще, ребят, здесь. А уже нет танка. Блядь, где они все нахуй? Геймпадники, блядь. Непонятно, бегают как-то. Геймпадники вообще какие-то как зомбированные, блядь. Как зомби бегают. Вообще непонятно, что хотят. Не понятно, что хотят, что где это. Захватываю точку. Верхушку нахуй. Пошел нахуй. Я лягу. Бегает он там. Так, аптечку. Это аптечка, чувак. Не QE, блядь, нажимай нахуй. Аптечку бери, иди нахуй отсюда. Кстати, дымоух можно было туда наперед немножко кинуть. Было бы хорошо. Вон там, блядь, они сверху. Давай, чувак, сейчас помогу, помогу, помогу. Тихо, тихо, тихо. Стой, блядь, да стойте вы, блядь. Командира не слушают, пиздюки, блядь, всех нахуй на этот, на кол посажу. Командиру слушать надо. Я ж, блядь, генерал, генерал армии, блядь. Чё тут мне просто так это звание дали? Знаете, сколько мне трудов стоило? Мы захватили половину точек. Отлично, парни. Тихо, тихо. Легли, нормально, нормально, нормально. Так, блять, Артуда Архуева. Да. Не успел. Не успел генерал спастись. Так. Блять, какая ебучая точка. Если честно говоря. Блять, по аллее, либо там бежать. Я хуею, короче. А я могу строить? Я могу ампулометр построить, да? Подожди, я могу ампулометр построить. Ампуломет. А вот, может из ампуломета попробовать их там подобрать. Хотя толком, я думаю, мы... Они там или где? О, нормально. Колхозное рабство. А там докуда будем доплевывать, если на максимум? Бля, хуёво. Чувака поджег. Своего. Так, понятно, эта хуйня не работает, короче, здесь. Я понял. Ну что, еще можем построить? Ага, давай построим. А что, нам делать нехуй? Я же генерал армии, понимаете, а генералы... Генерал не должны идти вперед, понимаешь? Генерал должны быть сзади. Кто скажет, фу, блядь, хуёвый генерал. Нет, я же приказ должен отдавать, понимаете? Меня же должны слушаться. Я говорю пацанам, в атаку. Они идут. Но я их при этом прикрываю. Враг где-то там. Логично, да, блядь? Враг где-то там, вот. Враг где-то там, но он где-то там, да, действительно. Я не пизжу. Давайте, генерал армии, блядь, против танка. Тихо. Я гранат, получается, выкинул, да, меня подбили, и я...
Я, короче говоря, да. Блять, этот танк здесь нахуй нам все перегородил. Бля, кто-нибудь вот этого вот такую плету заберите, пожалуйста. Почему-то метки опять не ставятся. Ой, блядь, эти кемпедристы-соринонисты. Так, короче, идем с этой стороны, я думаю. Блять, стой, как-то сложно заходить. Блядь, не знаю, вот здесь вот заход в точке, кстати, вот этот уебанский. Потому что он простреливается за 10 километров. Там кто-то наверху был. Он простреливается нахуй, ребят. Прям, ну, что-то не хватает. Надо им что-то сюда еще накидать, танков парочку. Или бы деревьев посадить. Умри, наконец! Так, этого трахнули. Блять, тут хуй подойдешь, они прям растянулись, блять, пидорас. Ну-ка попробуем. А, чувак уже поставил здесь респаун. Ну я еще один. Пошел ты нахуй. Стреляйте, блядь. Стреляйте, мужики, блядь. Вы же снайпера. Блядь, у генерала нахуй должны все стрелять. Что ж, блядь, я за генерал, у которого войска, блядь, не стреляют. Где? Вот и все, металлист нахуй пошел. На переработку. Все нахуй на переработку. Все металлисты, хуиталисты. Всех чермет, блядь. Неужели мы зашли? Блядь, широким фронтом заходим, заметь, да? То есть и с той стороны заходим потихонечку, с этой. Они, блядь, тоже потому что растянулись широким фронтом. Нам хуй тут зайти, блядь. Тут ебанутая какая-то позиция. Мой, блядь, где-то сзади, нахуй. Ну где ему еще быть? Конечно, где-то сзади. Они вообще что-то вот какие-то тупые, блядь. Вот и какие-то туповатые. Так, ладно, здесь не будем ничего это. Выкуриваем, нахуй. Так. Наши силы так. Точку. Так. Бля, генерал армии зашел. Чего вы хотите, ребят? Это генерал армии. Хуй или там. Надо меньше ругаться матом, ребят. Много ругаюсь. Че, хуел, слышь, ты мото... Бля, ебаная консервная, ебаная ты банка. Я, короче, тебе объявляю бойкот. Сейчас буду тебя ебать. Смотри. Заходим вот так. Вот так. Не, это мой был, бля. Зачем вы эту консервную банку распилили без меня? А. Ладно. Прикрывай. Генерал пошел. Вот это отдача, блядь. А, нет, тут смотри, тут что есть. А, нахуй улетел. В ангар, блядь, курить. Блять, как-то я не попал ни почему. Бля, сюда надо ППД, блять, или ППД на 70 патронов. Наши ребята захватывают позицию. Не вижу. Увидел. Так, захватываем, пацаны. Откуда они сейчас пойдут? Снизу, сверху? А, давай лечись. Так, ребята, вот здесь, блядь, аптечку надо ставить, нахуй. Так. Так, ждем. Ждем. Нате, нахуй, подарок. Ага, почему только коцнуло, блядь. Уголок хороший, блядь. Так, армия, блядь, прикрывает своих солдат, блядь. И врагов просто уничтожает.
Вот так вот, блядь, откуда они лезут, блядь, эти враги, как, блядь, из залупы конской какой-то, блядь. Вы кто вас там, блядь, рожает? Кто вас, блядь, там рожает? Объясните мне, пожалуйста. Там не может быть столько людей, блядь. Женщин даже столько не рожают, блядь, сколько вы рожаете. Мы практически, кстати говоря, захватили. Я бы не сказал, где ты, блядь, респаун поставил? Ёбаный ты в рот, блядь. По-человечески ты респаун нельзя было поставить, нахуй. Выходишь, блядь, по-человечески, как батя, смотри, как батя учит. Вот здесь прям хуяк на улице. И никого не боишься. Поставил где-то, закрысюрил, блядь. Хуй выйдешь, хуй разберешь, что там происходит. Там, кстати говоря, зажать могут. А нам это не нужно. Нихера себе галочка, смотри, у нас на первом месте 60 килов сделала. Вот это галочка. Значит, так хули с ним взять. Вот. Вот так вот берешь и все нахуй. А тут нахуй надо сломать респаун. Неправильно респаун поставили, конечно, пацаны. Ну а что с них сделаешь? Молодые, неопытные, понимаете? Вот почему я генерал армии, блядь, а они никто. Это я куда кинул? Охуенно. А-та-та-та-та-та-та. О, кар пришел. Здрасте. Трахнул. И где мы, блядь, стоим? Это я где, блядь? Эти застряли в текстурках, блядь. Вот у нас, блядь, валенок, блядь, респаун поставил, нахуй. Заебись, блядь, он респаун поставил. Аплодирую, блядь. Аплодирую этому валенку, блядь. Если ты будешь смотреть нахуй этот летсплей, вдруг как-то тебе попадется, блядь. Знай, и ты знаешь, что ты этот респаун поставил. Знай, ты, блядь, валенок, нахуй. Пиздец он респаун поставил. Да, пацаны, классно, блядь? Охуенный респаун, да? Охуенный респаун, блядь. Пиздюк. А, у меня еще и здесь второй. Заебись. Козел, блядь. Я лучше вот сюда буду. На свой респаун. О, и так, блядь, всираем нахуй. Последнюю точку, не знаю, вытянем, нет эту ли вытянем или нет. Мудила, блядь. Извините, ну а по-другому, ребят, никак. Поставил, блядь. Чуть банулся, нормально, поставь ты респаун. Нет, какую-то пизду засунут вечно. Давай, нахуй, заходи, пацаны, блядь, туда, нахуй. Наша команда начала захват. Пошел, нахуй. Залез, кимпедрист. Давай, 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 пацаны, еще чуть осталось. Глаз чешу, тихо, подождите, вытираю жирные свои руки. Что-то никого не накрыл он. Ёлка, накрывал он. Так, последняя точка. В принципе, точка здесь прям рядышком. Угу, там уже стоит, блядь, пылесосит этот хуй. Понятно. В матрицу, видали, ушел, пацан? О-о, видали, видали? О-о, в матрице, ребят. Мы, оказывается, живем в матрице. Ты знал об этом? Я вот нет. Я в ахуе. Оказывается, мы живем в матрице с тобой. Вся наша жизнь — это большая игра. Дожди, нахуй. Вижу. На, нахуй. Ты чё, блядь, генерал армии нахуй не признал? Забыл, как отцовская, блядь, ширинка пахнет? Ты чё, охуел? Подожди, сейчас я с тобой разберусь, пиздюк. Мелкий, подожди. Подожди, дожди, дожди. Не, мы, короче говоря, не выиграем, потому что, ну, наши как-то, знаете, они вроде бы, ну, атакуют, да, наши вроде бы играют, но... Вроде бы, да, киллы, ну как-то... Как-то ссутся, что ли, я не знаю, зайти на точку. Не знаю, как-то вот... Враги-то не особо отбиваются, да, если ты вот смотришь. А наши как-то вот ссутся. Вот есть пиздюк, этот токсик сидит, ебаный. Токсиков я не люблю, блядь. Опа. Блядь, где мои-то?
Ах, блядь. А что они там сидят вообще? Ну, как бы у них точка вообще, ну, к ней можно подойти с другой стороны вообще спокойно, а... Но они там сидят почему-то. То есть, ну, непонятно. Ну, мы можем с этой стороны спокойно, в принципе, подойти. Просто у нас комьюнити, с которой игра, они не особо умные. А, то есть здесь что-то, здесь два танка или один танк вообще стоит? Я что-то не понимаю этого. Там два танка, блядь, там и один. Сука. Да, там танк один здесь стоит, и тут один. Заебато. Точки, конечно, надо перерабатывать, блядь, ему. Но это какая-то хуйня. Просто два танка, блядь, держит трес. Он как меня нахуй видел. Как ты меня, пиздюк, увидел, блядь. Меня задело! Тварь, блядь. Ссаная. Ненавижу тебя, блядь. Чтоб тебя ебали, блядь. Хуль там стоишь, блядь. Выезжай, пиздюк, блядь. Давай, выходи, с отцом дерись, блядь. Сыкливая тварь, блядь. Вот так вот, блядь. Че, обосрался и взорвался. Молодцы, пацаны, уважаю, блядь. Тут стоят, блядь, нахуй. Ким пидрят здесь. Так, ладно. Последнюю точку, я не знаю, мы, наверное, не захватим с собой. Мы, наверное, не захватим. Потому что там стоит этот ебаный танк. Здесь я, конечно, не запрыгну, потому что дома строили для великанов. Чтобы, блядь, никто не мог залезть туда. Ага, он, конечно же. Блядь, все промазал. Все, блядь, промазал. Перезаряжайся. Что сейчас за пиздец был? Что сейчас был за пиздец? Блять, весь пол пробит, короче, меня могут снизу убить. Такую точку. Спасибо за информацию. Наши атакуют, в принципе. Это хорошо. Я побуду здесь, пока меня не снимут. Пошел нахуй. Да как же я попал, кстати говоря? Почему я не попал-то? Здесь пикалку, кстати говоря, слышу. Красная армия победила. Бля, ребят, пока на себя всех отвлекал, красавцы. Пока это стадо, блядь, на себя отвлекал, пацаны прям молодцы. Ебать, катка, да, длинная получилась? Аж 28 минут. 11 тысяч зато получили. Вот, ну, генерал армии показал, где их место. И как бы, ну, понятное дело, кто на первом месте, конечно же, генерал армии. Вот, я им всем этим всем мотористам, блядь, серго, всем токсикам вот этим просто, я им просто кукан вставил в их, ну, ты знаешь, куда. Вот, и все. Да. А хули все поуходили? Тут только заходил, был дохуя, народ все поуходили, вы че? Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии когда-нибудь. Всем до встречи, всем пока.